сорт томата деревенский. Также этот сорт имеет другое название – горец. Этот сорт из Канады. Плоды вот такого оранжевого цвета и какие-то разводы мраморные, желтые, красноватые, оранжевые. Очень вкусный, пестрая такая раскраска. Плоды округлой формы. Иногда некоторые томаты могут достигать массы до 900 грамм. Срок созревания у этих томатов средний, около 78 дней. Куст высотой до 1,50 м. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе плоды имеют вот такую красивую мраморную раскраску желто-оранжево-малинового цвета. Вообще великолепный. Он очень мясистый и очень сочный, многокамерный, сладкий по вкусу. Применение у этого сорта универсальное, можно употреблять в свежем виде, также для приготовления различных заготовок, соков, соусов. Сорт также устойчив к большинству томатных заболеваний. Очень рекомендую всем попробовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.